Отчет губернатора длится дольше отведенного времени, почти полтора часа. В докладе очень много цифр. Он отражает всю работу регионального правительства за 2015 год. Валерий Шанцев называет три ключевых направления: обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности, выполнение майских указов президента и сохранение стратегически важных направлений для региона. Завершено строительство 11 детских садов почти на 1500 мест. Ликвидирована очередь в детские сады для детей от 3 до 7 лет. Построены 2 школы, 2 капитально отремонтированы. Открыт перинатальный центр в Дзержинске. Завершено строительство 7 газопроводов. 4000 человек переехали из ветхого фонда в комфортное жилье. Впервые в новейшей истории среднедушевые доходы нижегородцев превысили среднероссийский уровень. Между тем, в своем отчете глава региона Валерий Шанцев уделяет больше внимания не успехам, а сложностям на местах и путям их решения. Во всех выступлениях систематически говоря о том, что самая главная проблема – это то, что снизились темпы развития реального сектора экономики. Каким образом выстроить взаимодействие с нашими предприятиями, структурами, которые работают в реальном секторе экономики, с тем, чтобы помочь тем, у кого созданы условия для увеличения объема производства, чтобы они их увеличили. Всегда нужно держать руку на пульсе, потому что конъюнктура меняется. Эксперты дают разные характеристики главе региона, но сходятся в одном. Региону повезло, что его возглавляет Валерий Шанцев. Его лоббистские возможности позволяют в самые сложные времена добиться увеличения финансовой поддержки из федерального центра. За последние 5 лет объем денежных вливаний из центра увеличился в 9 раз. С 4,8 миллиардов в 2010 году до 38 в 2015. Я бы отметил силу и энергичность, которой наш губернатор решает задачи в это непростое время, особенно с темой привлечения федеральных средств. На фоне других регионов, где есть проедание средств на какие-то текущие нужды, да, наш регион с помощью Валерия Шанцева может себе позволить решать какие-то глобальные задачи. Это Борский мост, и я думаю, что серьезное решение как бы задачи для дачников, это аэропорт. И я бы еще особо отметил Молитовский мост, на который средства региональные выделяются. Работоспособность, энергичность и спортивность главы региона передаются всей его команде. Валерий Шанцев способен решать самые долгоиграющие проблемы и добиваться новых заказов для нижегородских предприятий. Губернатор находит выход из тех положений, где, казалось бы, выхода нет. И вот один из совершенно прям свежих примеров – это Сергачский сахарный завод, где была очень большая проблема, там, долги по заработной плате, долги перед поставщиками. Губернатор вмешался, найден новый инвестор. Соответственно, завод сохраняется, 700 человек сохранили работу. Максимальная открытость Валерия Шанцева и публичность принятия решений позволила снизить уровень коррупции в регионе. Системный подход, на мой взгляд, касается проблемы борьбы с коррупцией. Он вполне себя зарекомендовал как последовательно человека, проводящего эту свою стратегию. Например, связанную с работой инвестсовета, который обеспечивает наибольшую прозрачность отношений инвесторов и тех, кто пытается что-то построить в Нижегородской области, и власти. Это связано с созданием многофункциональных центров, принципов работы одного окна. Депутаты регионального парламента называют отчет информативным и определяющим направление работы на будущее. Это инициативная работа, которую предложил губернатор. То есть он не обязан вот этот отчет делать, но мы работаем всегда, ну, так вот, не парламентское выражение, в одной упряжке, поэтому для того, чтобы еще раз как бы сверить позиции, еще раз рассказать о том, что сделали мы вместе, этот доклад существует. Будем работать, будем использовать его как материал для дальнейшей работы. Об эффективности управления регионом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время своего визита в Нижегородскую область. Просто фантастика. Многие вещи просто применяются впервые. Нижегородская область – один из ведущих субъектов Российской Федерации. Мощный промышленный комплекс, сельское хозяйство развивается. Мы сейчас вот с губернатором говорили и о том, что планируется с точки зрения развития инфраструктуры. Вот аэропорт видели, наверное? Просто прекрасный транспорт, крайне важная составляющая экономики. Очень
важная составляющая. Поэтому и здесь движение есть, движение позитивное. Все, что отражено в докладе, вся работа, проведенная правительством, нацелена на улучшение уровня жизни рядовых нижегородцев. Жители региона считают, что Шанцевым им очень повезло. Он привлек много денег из Москвы для строительства стадиона для чемпионата мира 2018 года. Ну и, естественно, для развития инфраструктуры города он вкладывает много усилий и денег. По соцопросам, то оценка стоит достаточно высокая за то, что вот он здесь в городе делает. Это касается и социальной сферы, прежде всего, это касается градостроительства, это касается дорог. Вот взять хотя бы эту вот объездную знаменитую, эту вот К-7, по-моему, называется, да? Вот. Так что ведь это же его вклад довольно-таки большой. Организация, так сказать, и контроль, и учет. Антон Ганин, Михаил Горняков, Олег Климин, Ренат Бикбаев. Объективно, ННТВ.